Сегодня третий день тренировочного занятия, и по плану игровой день, сауна и отдых. Но я напомню, кто смотрит мой видеорепортаж, мы снимаем видео тренировочного лагеря совместного команда Болгарии, команда Турции. Заключительный этап подготовки к первенству мира до 18 лет в Загребе. А сегодня давайте мы посмотрим, как играют в футбол футболисты. Bize sayfı.